Во Владивостоке на территории самого высокого здания на улице Арсеньева прошли межрегиональные соревнования по скоростному подъему «Дальневосточная вертикаль» среди специалистов газо-дымозащитной службы. Пожарные соревновались в подъеме по лестничному маршу с максимально возможной скоростью на 41 этаж здания, высота которого более 155 метров. На территории Владивостокского пожарно-спасательного гарнизона прошли уже четвертый раз соревнования по дальневосточной вертикали, в котором приняли участие 17 команд, более 120 участников. Лучший в данной дисциплине стал сотрудник Главного управления МЧС России по Приморскому краю с результатом 5 минут 41 секунды. По итогам соревнований в командном зачете первое место заняло Главное управление МЧС России Забайкальского края, второе место – у Республики Бурятия, третье – у Республики Саха-Якутия. В торжественной обстановке команды победителей и победителей личного зачета были награждены кубками, медалями и ценными призами. Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.